Друзья, мы направляемся в город Краснодар. И сегодня вот первый населенный пункт, который мы осветим. По ходу движения, естественно, крупный населенный пункт. Конечно, их уже было не один и не два, а целых три. Это будет город воинской славы Туапсе. В принципе, мы сейчас вот за поворотом буквально уже будем в него въезжать. Сразу извиняюсь за восход. Вопрос с восходом решен положительно. Восхода не будет. Связано это с тем, что в 5 часов, когда мы выезжали, восход уже состоялся. Просто снимать вот так вот и рассказывать вам, что это восход, мы не стали. Итак, указатель Туапсе основан в 1838 году. Уже город со стажем как бы взрослый. Город вот такой вот вдоль тоже моря, интересный. Есть основная, как бы сказать, промышленная достопримечательность, это нефтеперерабатывающий завод Роснефть, видите, везде Роснефть, Роснефть, Роснефть. Улыбаемся, впереди у нас камера на 40. Голосом Гарика Харламова сказал нам навигатор. Ну, а у вас есть возможность посмотреть, что это за город. Город разнообразный, очень мне нравится его историческая центральная часть, вот эта улица Ленина, там прикольно. Ну, хотя, должен сознаться, бывал я там уже давно, возможно, там уже все поменялось и стало еще лучше, еще и краше. Город зеленый, вот видите, кругом горы. Приезжали в город Туапсе, чтобы что-нибудь приобрести, в том числе вот одежду, допустим, промышленные товары в Туапсе всегда немножечко все подешевле. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, ближе к этому. К краевому центру, ты имеешь в виду? Возможно. А может просто... А порт еще. А, ну порт, само собой. Ну порт как бы тут, наверное, хотя бог его знает. Возят товары, не возят, вряд ли. Мне кажется, все-таки у нас где-нибудь там в других местах приобретают. Хотя это мое мнение, и я не утверждаю, что это действительно так. Вот, смотрите, как красиво, такое все подсвеченное. Мотель Босфор. Город, как видите, разнообразный. Есть и высотки, есть и частные домики. Все есть, короче, там тоже. Все. А вот въезжать, да? В основную часть. Въехать-то мы уже въехали. Ну это как бы. Сейчас мы едем, наверное, все-таки не по основной части, нет. Основная часть центральная, она там внизу, на спуск. Это скорее просто трасса вот. Ведущая в Сочи или в Краснодар. Смотря кто в какую сторону едет. А вот. Нефтеперерабатывающий завод, вот эту махину, вот тут видно вот сразу, издалека. Я не помню, его построили, наверное, ну не знаю, лет 5 назад, может больше 10 там. Вот видите, такие два здания с флагом Роснефти. Мостик они сделали, город воинской славы. Ну, интересное строение. Ну и компания, как вы знаете, серьезная. Обратите внимание, справа там целый здоровенный нефтеперерабатывающий завод. Вот, вот там вот емкости. Ну, это дает как бы определенный запах. Знаете, когда я здесь проезжаю, постоянно вспоминаю город Грозный, я об этом, кажется, уже говорил. А вот в отличие от Лазаревской, здесь есть торговый центр Красная площадь, ребята. И это очень хорошо.
внимание тоже. Там два пса тоже. Вот если спуститься туда вниз, проехать под мост и уехать вот в сторону моря, то там будет историческая часть города Туапсе. Красивая, интересная очень. В моей памяти очень красивое, интересное место. Еще раз повторю, я, если вдруг мало ли кто-нибудь из вас не понял, шучу, конечно. Тут у нас камера, поэтому не гоним сильненько так вот, да. Автомобиль жены на ТО. Я бы сказал, что автомобиль жены везет нас на ТО. Ну, не нас на ТО, ведет себя на ТО, но и нас. Ну, управляем. Точнее, он управляет автомобиль. Я так болтаю. Вот тут сразу уже обращаю внимание на антенки. Понимаю, что тут можно снять трансляцию, но трансляции не будет, ребят. Сейчас мы спускаемся с горки, видит, сразу солнце скрылось за горами, как в песне, затуманились речные перекаты. И я вам скажу по секрету, что вот внизу, тут тоже город Туапсе, как вы понимаете, есть улица Калараш 14. Но правда, по этому адресу здесь располагается больница городская. Так что город побратим, можно сказать, и улица у нас... Кстати, у нас тоже больница на Колорадо. Ну, у нас энтузиаста 17, юридический адрес. Ну, напротив нас, да. Улыбайся, впереди камера. Ну, бабушка работала на скорой, просто переходила через дорогу, и там был больничный городок. Вот, кстати, новенькие домики построили. Река, паук, тем, кто боится пауков, а я знаю, есть у нас девушка, которая боится пауков. Здесь опасно. Вот тоже, кстати, здесь указатель тоже, хотел сказать, Сочи центр просто. Город Туапсе. Тут, кстати, да, тут тоже райончик такой. Я туда как-то пару раз заезжал, приобретал колпаки на свой автомобиль. Фирменные, хорошие, красивые. Когда купил Polo, он был без колпаков. Не на дисках, естественно. Вот здесь я их нашел. Поэтому катался в Туапсе за колпаками. Конечно, когда светит солнце, все гораздо красивее и интереснее. Горы. Барсова щель. История этого названия мне неизвестна. Поэтому поковыряйтесь там в интернете. Никому не интересно. Попутешествовать что-то бесцельно, знаешь, где хочешь остановиться, заехать. Как правило, у нас такое редко бывает. Практически не бывает. Все время путешествуем с целью. Ну а вот, в принципе, можно сказать, за 9 минут мы пересекли весь город Туапсе и направляемся дальше к следующим населенным пунктам. Улыбайся, впереди камера на 40. Напоминаю вам, что город Туапсе — город воинской славы. Вот, обратите внимание еще раз. Вывеска такая красивая, солидная такая. Далеко шли бои. Так что. Так, походу кто-то хочет меня укачать. Что-то он носит такая. Не бережет. Тем более, знаю, что перспективы никакой нету. Обогнать ближе. В общем, ближайшие несколько минут точно мы будем блестить за вот этим автомобилем, типа КамАЗ, возможно. Может быть какой-нибудь МАЗ, я не знаю. Мы покидаем город Туапсе, и поэтому я заканчиваю этот ролик. И встретимся в следующем каком-нибудь интересном населенном пункте, который будет наверняка с подсвеченной солнцем стороны. Очень бы на это надеюсь. Точнее, очень на это надеюсь. Все, всем пока, до следующего ролика.